Отель Барон Палас, Сахар Пашиш. Знаменитый отель Египта. Самый лучший отель Хургады. Сахар Пашиш регион, здесь есть только променад. А так за пределами отеля выйти некуда. До центра Хургады ехать 45-50 минут. Отели предоставляют бесплатный трансфер до центра Хургады. Цена 735 тысяч, цена брутто. Вот это? Вот это? Вот отель стоит 735 тысяч на двоих, цена брутто. На двоих, дабл. 2000 долларов. Это дешево? Это даже больше. На двоих, да? Да. Очень хорошо. А этот? Этот не знаю. Оборот стоит? Можно? Стандартная категория номера. Боковой вид на море. В номерах мини-бар бесплатный. Есть меню подушек. Их 5 видов. Можно выбрать. Если у гостя имеются какие-то аллергии, можно сообщить, то с номера убираются все ковры. Противоаллергенные. В отеле есть бассейн с морской водой. 3 кинотеатра на разных языках. Есть корпус 18+, он идет самый спокойный, тихий. 7 а-ля-карт ресторанов. Каждый гость по прибытию получает премиум бьюти-ваучер на бесплатное пользование бизнес-центром, бесплатное пользование прачечной, а также 20-минутный массаж. Пляж разделен на 2 зоны. Есть красивый коралловый риф и также есть песчаная лагуна. Вход на пляж с коралловым рифом есть, ну, также с понтона и с пляжа тоже можно будет зайти. Вообще вот эта зона считается Сахар-Пашиш как заповедник. И здесь запрещены любые водные виды спорта. Самая чистая зона в плане моря. Номер люкс с веймап. Это свим-ап-свит. Это только для взрослых. Здесь нет вообще детей во всем этом корпусе. Это корпус идет только 18+. Очень тихий, спокойный, под часть пляжа идет для взрослых, та более семейная. И по корпусам тоже разделяется. Вот эта сторона идет 18+, и вот эти корпуса идут семейные. Вот такой Infinity бассейн, очень красивый. Очень плохо. Мы уезжаем. Им плохо, что они уезжают.